чуть-чуть к свету, в полоборотика. Вот так. Нет, чуть-чуть назад. Ага. Вот так идеально. Ангелина Пережогина вместе с одноклассниками сегодня участвует в съемках для выпускного альбома. Мастерски позируют, да и в целом получает удовольствие от происходящего. Приходим на студию. У нас здесь классные ребята, нас фотографируют. Мы развлекаемся, радуемся всему процессу. Нам все нравится очень. Тему фотокниги выбрали минималистичную. Ничего такого нет, ляпистого или еще чего-то. У нас просто фотографии, какие-то могут быть надписи, там фразы, цитаты и белый фон нашей фотографии, все. Что не скажешь об образах, на разворотах будут красоваться снимки в стиле рок. И если одиннадцатиклассники только предвкушают, как будут перелистывать глянцевые страницы, то родители четвероклассников сегодня уже с умилением разглядывают фотографии своих чат. Съемка проходила в два этапа, это была осенняя и плюс еще здесь в студии. Прошло все замечательно, то есть организационные моменты были довольно-таки сплоченные, родители помогали, дети сами принимали участие с удовольствием. Кроме качественных ярких фотографий, креативная студия Тета предлагает воспользоваться технологией дополнительной виртуальной реальности. При помощи смартфона, то есть мы наводим смартфон на фотографию, и фотография, скажем так, оживает, действительно, да, идет видеоряд предварительно записанный. Мы видим живые эмоции, да, слышим звук, естественно, тоже это все сопровождается озвучкой. Привет, меня зовут Степан, мне 10 лет, я закончил начальную школу. Мне в ней очень понравилось. У меня в ней появилось много новых друзей. К пожеланиям каждого клиента здесь подойдут профессионально и максимально креативно. В жизнь обещают воплотить любую, даже самую необычную идею. Вячеслав Ватутин, Владислав Шишмаренков, Урал-1.